мистер Бунов. Его забрали елецкие девочки. И вот с такой раной. Вот с такой раной. Кроме того, у малыша сломана лапа. Передняя. Какая вот эта. Вот она у него очень-очень кривая. Так. Она у него вообще, он когда идет, она у него вот так изгибается. Это или это? Какая из них? Так, вот это. Вот эта лапочка сломанная, да. Перелом, похоже, старый. Но все равно рентген мальчику сделаем. Это мальчик. Вот такие дела. Сейчас будем обрабатывать хвостик. Сейчас обреем. Посмотрим, что можно. Вот. Вполне возможно, что он разрезал себе сам. Может быть, блохи. Но хотя я смотрю, блох нет. Нет. Даже странно. Не блохастый ребенок. Нет, чистый, не блохастый. Тогда почему? Это может еще быть... Да все что угодно может быть. Может быть, просто укус был или поцарапан, а он так разлезал. В любом случае, рана нехорошая. Будем... Да? Ты мух ловишь? Чудовище. Тихо, 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 тихо. Тихо, мой золотой, тихо. Да ладно, детка, ты мой красавчик. Ты мой хороший. Вот такой веселый, хороший ребенок. Да, да, да. Такой хороший, веселый. Ты мамин. Все, скоро вылечим, иди сюда. Да ладно, иди сюда, иди. Мама не будет сильно. Скажи, уколы делать не будем сегодня, да, не будем. Мальчик мой. Дай мама хвостик посмотрит. Покажи хвостик. Иди сюда. Дай мама хвостик посмотрит. У нас хвостик, сейчас перевязку будем делать, ребята. Это вот такой у нас хвостик. Вот такой у нас хвостик. Детка, стой. Такой хвостик у нас. Сейчас перевязку будем делать. Сейчас будем делать перевязку, деточка. Да, мой золотой. Да, 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 да. Все будет хорошо. Если играешь, значит, все будет хорошо. Что? Ты мой золотой. Ты мой красивый. И капаю с парти. У парти кровавый понос. Вроде бы все сделали. А сейчас у нее кровавый понос, и она опять рвет глистами. И у меня руки трясутся, мне не знаю, что мне делать. И капать ее надо осторожно, потому что из-за ее легких. В общем, девчонка у меня тяжелая. А я из-за этого тоже сильно нервничаю. Я страшно боюсь, когда кровь. Когда собака с кровью, для меня это страшно. Он очень-очень худой. Это один из трех, которых бросили вчера. Но
Он очень схудющий, просто худой скелет. И мне он не нравится. Поэтому сейчас я его пойду, буду осматривать. И, скорее всего, его надо будет вести в клинику. Потому что что-то мне очень не нравится его состояние. Вот, среди всех малышей. Вот он такой тяжелый. Мы его забираем. Вот, малыша забираем на обследование и смотреть, что с ним делать дальше. Носик плохой, носик очень плохой. Поэтому малыш или простуженный, или загнистованный. Или, не дай бог, энтерит. Все бывает, ребята. Все бывает. Ни с сего, ни с того берет и просыпается. Так что с Богом. Только что поставили катетер и начинаем капать, потому что она очень, очень вся худая. Непонятно, что с ней. Глазки больные. Вон, воспаленные глазки. Это видно. Ну все, ничего, сейчас прокапаем. Просто ребенок очень истощенный. Очень истощенные кости торчат во все стороны. Да, малышка? Ребрышки торчат у нас. Да, ребрышки у нас торчат. Ребрышки торчат у нас. Ребрышки. Ой, девочка. Девочка, да? Это мальчик у нас. Это у нас мальчик. Новый мальчик. Сейчас поддерживаю еще пока капельницу, а там будем смотреть, что с ним. Очень истощенный ребенок. Обезвоживание полное. Еле-еле нашли венку, да? Еле-еле нашли венку. Потому что вообще кровь не идет. Покажи маме. Ну, десночки еще розовенькие, так что есть шанс. А глазки очень больные. Если глазки начинают закрываться пленкой, это первый признак того, что ребенок больной. Ничего, ребята. Сейчас подлечим. Подлечим вашего ребенка. Сейчас на капельничке. Вон там место уже приготовили, подлить самое. Сделаем сейчас водичку, поставим корм, отгородим ребеночка. И, ну что, ребята, и как Бог пошлет. Мы делаем, что можем, но мы... Два дня назад мальчика принесли, тоже бросили. Чудо. Сначала в стационар его принесли. И там бросили. Вот когда я в Москве была. Я его забрала со стационара домой. Спросила, все в порядке? Да, говорит, все нормально. Вот он у меня дома два дня и вчера выдал мне эту кровавую лужу. И тоже с глистами. И вот сижу и думаю, ну вот что мне в стационаре, наврали? Они же сказали, что они его обработали и что все в порядке. А у ребенка глисты и тоже кровавый понос. Тяжелые малыши. Мы бьемся за их жизнь уже несколько дней. Ребята, то, что у них творилось с животиками, это было страшно. Да, малышка. Малыши у меня на капельницах. На капельницах, деточки. Да, мои хорошики. И даст Бог, может быть, все-таки вытащим. Сейчас мы тоже капельничку сделали. Малышей укутали на ночь. Они очень тяжелые, потому что у них очень сильная была зараженность глистами. Да, вот такие деточки у нас. Вот такие хорошие маленькие деточки. Но, ребята, они очень тяжелые. Я, честно говоря, очень боюсь за их жизнь. По-настоящему боюсь. Они любят прятаться под... туда. Сейчас согреются и все. Захотят вылезти, вылезут. Вот так. Все, иду прокину. Все, кашку. Вот такие дела у нас, ребята. Завтра будем убирать. Но сегодня пока вот так.
Все, деток закутали. Это на ночь. И помоги нам, Бог. Капать малышей. После глистогонки они сваливаются один за другим. Ну, по крайней мере, вытаскиваем потихонечку. Кого-то вытаскиваем. Да, малыши? Маленькие мои. Да. Все, этим уже полегче. А этот сегодня у нас самый тяжелый. А один малыш у нас вчера погиб. Мы не смогли его спасти. Капали, но не смогли. Ребят, это больно. Это даже говорить больно. А когда их и так лечишь, и смотришь на них, и все время удивляешься. Люди, они же живут возле нас. Они же рядом с нами. И им так нужна помощь. А мы про них все время забываем. Почему? Ведь это не трудно. Выделить там приют, который рядом с вами. На любой приют. Нам, другим. Потому что по всей России вот такая беда. Люди, оглянитесь вокруг там, где вы живете. И, пожалуйста, помогите. Прошу вас, потому что эти дети имеют право жить. Да, на них нет крови. Но их жизнь не менее ценна, чем та, которую мы спасаем, увидев кровь раненого животного. Моя девочка, дикушечка. Самая-самая дикая. Все, фосфоригельчик мы ей уже один дали. Вот, завтра еще дадим. Все, капельничку мы сделали. Вот, снимать во время капельницы было неудобно, поэтому сняли после капельницы. Девочка диковатая чуть-чуть. Пытаемся ее приручить. Это она терпит, что ее гладят, пока ей плохо. Так, смету сюда. Все у нас будет хорошо, ребенок. Правильно? Все, моя девочка. Все, главное, фосфоригельчик дали. Ну-ка, мордочку покажи. Чистая морда или грязная? Чистая мордочка уже. Вытерли девочку мою. Как же тебя назвать, малышка? Надо имя хорошее ребенку дать. Надо очень... Все. Это после фосфоригельчика ей немножко поташнивает. Ничего, все будет хорошо. Сейчас мы тебе имя красивое дадим. Моя деточка такая. Мы назовем ее Грачи. Грачи. Да? Или Гранди. Гранди, наверное, назовем. Гранди. Вот и имя девочки дали. Будет Гранди.